Да. Сергей, мы все поздравляем тебя с этим днем рождения. Желаем тебе счастья, успехов, здоровья. Чтобы ты... Чтобы ты получал гипертрофию, никогда не болел. Чтобы это дети построили в жизни. Но ничего дурного не случилось. Да, его! Нам пора к лекарю. Да, ну лекарь, как дела? Нет. Пойдем. Я думаю, я смысл пригласить его во дворец. Что скажешь? Хорошо. Чебурик, эй! Катька! Я вас снимаю! Ну и снимай, паузу сам снимай, да. А думаешь, это красная кнопка, на которой у меня рука стоит? Что она обозначает? Она же ничего не снимает. Сам сказал, что пауза. Так я могу этой кнопкой включить, я остановлю. Ну так, включай. Так я давно включил. Мы давно. А может поспорим? Давай. Ну давайте. Давай. Сейчас. Давай я посмотрю. Почему? Сам вообще. Бабы-ёшки. Сами бабы-ёшки. А ты кощей бессмертный. Бабы-ёшки. Чей бессмертный? Я не понял. Ну, у меня тоже. Я такой видно. Я такой, типа, обруч. Оу! Идите, какая бабуська! Мама! Барбосик. А есть такие мишки? Тубзалет чей-то. Где? Вот тубзалет. Это наверное, твой. А если бы было на той стороне? Надо ли тебе большую? Дай его! Это он мне писал. А мне тоже самое тоже. Мне тоже написал. А мне Катя Сергеевна. Сами. Я лопну! Да, 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 да,
Нет, ты еще успеешь. Руками лопнуть. Сагитов Марат. И держишь еще одну неделю. Тогда ваши мозги так промоются, что у них аж вот в мозге вот. Ну, да. Ну понимаете, пустые. Это мой ассистент. Я ассистент. Я тоже промывал свои мозги. И все. И перенесем через на телевизор. Нет. Да. Ой, ну почему? Ну почему не надо? Как идемте гулять? Ладно, ну все. Еще один такой страх. Наверное, никто не укусит. Саня чуть-чуть там откусила. Руками не трогай.
Нет, Танечка, Манечка, ручку ей дадут. Она с открытком съела. Уже чуть-чуть осталось. Ну что? Кто быстрее, кто аккуратнее. Таня, ты расстояние не можешь. Я выберу, наверное. А то ты? А как это было по бумаге, когда он мне пальцы в рот сунул? Это было что? Таня, вот там. Где? Когда я была мумией. Вот тут. Нет, я тебе взял, оторвал рот. Зачем она бумажкой дышала? Вы встаньте чуть подальше друг друга, а то неудобно Марату. Приключение в школе, когда он взял эту, знаете, в обои окрутил, потом приберил. Нет, взял тело, вырезал в полную руку. Кто выберет? А, печка не будет. Подальше. А кто там еще? А Марат вообще... Я знаю. Пришлок тебя обмотай, Таня! Отложим, все равно это а, лучше. Голову я хорошо обматывайте. Давай, без кольца на дырочку сделаю. Голову хорошо. Вот ты! Вот так. А глаз? Все! Мне глаза не надо, что вытирать ему. Да, то еще было. Давай вниз пошел, прямо. Блин, вот он, вот он, это вообще что-то какое-то... Петька, шевелись! Шевелись, давай! Иди, не посмотри! Ай, больно! Что Петька намного лучше, это уже явно! Ясное дело. Все! Все, стоп! Это не умею. Все? Я можно. Ну, пожалуйста. А я держу. А я только в одном участвую. Я тоже только в одном. Пускай Марат. В одном участвую. Да. Я сам вам. Сейчас, подожди. Пусть вообще Сережа участвует. Сережка, давай, снимай. Я журналист. А с чего? Таня, давай. Таня. Катя. Таня! Таня! Не, ну, Таня! Что ты пишешь? Не трогайте руками! Таня! Давай. Катя, быстрее! Я просто... Катя, давай! Держи трубочку, а то она тебя будет съезжать. Потом еще раз будем. Потом еще раз. Потом я! Потом я! Потом я съеду! Я съеду! Нет! Давай с тобой! Катя! Так много! Ты держи трубочку! А можно... Ну кто быстрее? Катя! Можно я! Руками не трогайте. Малой. А, малой не трогай. Ой, давай. Сейчас они все. Давай, Сергей, давай. Сергей, Сергей, Сергей. Сергей, Сергей, быстрее. Скорее. Скорее. А у Серого, конечно, было немного меньше. Ну давай. Не надо, не трогай. Yes, yes. Все, не все, не все. Не все, не все. Марат выиграл, Марат выиграл. Все сели по местам. Прочитай и делай. Читай, вслух. Никто никогда прежде не прошел. Только читать на меня. А, читай. Бог с ним. Ну что, все-таки нет. Я даже не могу сказать, почему же. Скажи мне. За вместе залезть в стол и похрюкать. За вместе. Я так не играю. Давай. Что, можно по столу? А нет, не по столу. Дальше. Чем все волшебство, чем все сокровища мира. О чем я говорю? Ну ладно, вернемся к реальности. По стол и пять раз покукарить. Вперед! Ну что под стол? Под стол все. Серьезно, я тебе обещаю, после того, как ты выполнишь два моих первых желания, моим третьим желанием будет даровать тебе свободу. Малой, сделай потише телевизор. Сергей. Сергей, сделай потише. Поцеловать именинника. Давай, малой. Самое интересное, Таня поцеловала Сережу. Рассказать анекдот. Таня поцеловала.
Куда все ушли? Быстро сюда приходите. Самое все. Самое интересное пропустить, где? Когда Сергей целовал. Еще на кассете потом посмотрим. Я не знаю. Дальше что делать? Давай, спрятайте потом на камень. Я спой по животным глюжу. Пусть бегу. Не углюжу. Пешеходы по луже, а вода по асфальтам рекой. Стоп! И сейчас на прохожем в этот день не похожи, почему я веселый такой. Все, Марта. Так, Марта, поехали дальше. Марта, тебе счастливый в Марте? А что там счастливое? А что счастливое? Еще такое подобное, как у Тани было. Поцеловать. О! Смотрите, как это мерзко! Давай я. Рассказать сказку или что-то? Раздать. Рассказать. Рассказать? Скороговорку! А мы знаем, скажи. Я хуже. Давай, скажи, чтобы он потом повторил. Нет, я другую, я знаю. Давай. Я хуже через реку, видел реку, река. Молодец. Ну давайте, несчастливый. Мы больше целоваться не будем. Уже прошло. Танцевать танец. Так в прошлый раз, Катя. Давай. Как хочешь танец танцевать? Какой хочешь? Чучуля Чанга. Давайте я вам с ним. Нет, не с ним, там не написано с ним. Ладно. Я Чучуля. Вы можете писать танцевать танец с именинником. С именинником вам его писать. Не надо. Последняя бумажка. Давай, хочу посмотреть. Ты моя. Подожди. Я сама достану. Малыш ходит или кого-то снимает.
Мы тут за розами. Или она? Это она. Дашенька, между прочим, Катенька, как твоя сестра? Дашенька. С воплем, замки. Катя, ну! Смотри, она тебе не будет Даша? Даша? Марта? Марта, голос? 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 Голос. Ему-то что, разница? Брат, я тебе скажу. Сергей, подойди сюда, иди сюда. Саша, иди сюда. Я на... Ну и пусть она для меня может Машка. Все, меня называют двоечником, вот так там называют. Да. Когда ты успеваешь, ты... Что? А, нет. Нет. Видишь, все равно поворачивай. Да. Это какая разница? Она не должна. Потому что она... А? Да, мне не видно. Нужно там снимать. Я снимаю. Почему не видно? Яна, иди, заряди их какими-то весами. Такой Саша, как ты сказала, как это заработала. Она же тоже заработала. Песню.
Спасибо.